Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью мы согреты. Входим в классы ежедневно. Родная парта, стул, тетрадь. Английский, русский, рисование. Смогли мы много рассказать. Мы с вами пели и читали. Играя, вы учили нас. Спасибо, школа дорогая. Ведь все науки — это класс. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Ребята! Доброе утро, дорогие учителя! Доброе утро, дорогие папы, мамы, бабушки и дедушки, дорогие гости! Мы приглашаем наших первоклассников! Вот и осень пришла, собираться пора. Дом огромный, что школой зовется. Решилась вчера в детском саде игра. Все прошло и уже. Внимание! Внести флаг Донецкой Народной Республики. При исполнении гимна стоять смирно. Великий Донбасс, честь и гордость народа, богатые недра, леса и поля, наш край.
край трудовой, наша жизнь и свобода, навеки хранимая Богом земля. Спасся республика наша народная, спасся любимый шаг. Разрешите праздник начала учебного года считать открытым. Есть в школе нашей хозяйка, внимательна, умна, мудра и справедлива, всем славится она. Слово предоставляется директору школы Иовну Людмиле Владимировне. Доброе утро всем! Всех-всех собравшихся я хочу поздравить с началом 2018-2019 учебного года. С праздником, дорогие наши дети! Уважаемый педагогический коллектив, технический коллектив, уважаемые родители, все-все, которые были причастны к подготовке нашей школы к новому учебному году. Я хочу выразить слова благодарности вам за то, что наша школа такая красивая, такая светлая, такая чистая, уютная, готова распахнуть свои двери для наших первоклашек, которых в этом году у нас 30 человек. И хочу их поздравить с началом учебного года, сказать, что это самый первый праздник в школе, и он будет не последним, потому что учиться здорово. Правда, 11-классники? Правда, 11-классники? Да! Молодцы! Поэтому позади звонкое лето. Летние каникулы, вы все пришли, отдохнувшие, посвежевшие, подросшие, самые лучшие ученики самой лучшей школы поселка Пролетарска, города Макеевки, нашей родной, любимой 12-й средней школы. Всех с праздником поздравляю! Я хочу вручить похвальные листы ученикам, которые сдавали переводные экзамены. Сюда приглашаю ученицу теперь уже 7 А-класса Герис Ладу Дмитриевну. Ученика 7 Б-класса Уколова Дмитрия Федоровича. Ученицу теперь уже 9 класса, Акмалову Валерию Юрьевну. Ученицу 9 класса, Новожилову Яну Александровну. И хочу вручить за занятое первое место в стрельбе с результатом 45 баллов военно-спортивного патриотического комплекса, в котором наша школа заняла первое место по городу. Комплекс «Доблесть, честь и слава». Ученик 10 класса Янчо Самвел. Школа. У нас есть очень хорошие достижения. Ну, при моей памяти это первое, честно. Хочу вручить удостоверение кандидатов в мастера спорта Донецкой Народной Республики ученику нашей школы 9 класса Васько Дмитрий Александрович. Но это еще не все. Наши первоклашки тоже сегодня получат подарки. Каждый сегодня пойдет домой с вот такой замечательной, красивой прописью, чтобы в этой прописи, ну здесь оценок не будет, но тем не менее, будут все сплошные звездочки, правильно, учителя первых классов. А дальше все эти звездочки переходили только в одни сплошные пятерки. Удачи всем, здоровья, счастья и мира нам, мирного голубого неба над головой. Спасибо, с праздником!
Слово для поздравления предоставляется исполняющей обязанности главы пролетарской поселковой администрации Чулаковой Марии Петровне. Доброе солнечное утро, дорогие друзья, дорогие ребята! Вы сегодня пришли в первый класс. Кто-то в этом году, для кого-то звучит последний первый звонок 11 классу. И как в песне поется: «Я люблю тебя, жизнь, и снова повторится все сначала». Когда-то мы с вами пришли в эту школу, нас привели родители. Теперь мы привели наших детей, наших внуков. И я от всей души хочу пожелать, дорогие ребята, здоровья вам, благополучия, удачи в стране знаний. Первоклассник, сделай свой шаг отважно. Кто ты? Тихоня? Проказник? Это сейчас не важно. Есть в году различные праздники, и сегодня праздник у нас. В первый раз идут первоклассники в свой приветливый школьный класс. Слово предоставляется нашим дорогим первоклассникам. Школьные сегодня открываются для нас. Первый раз пришли мы в школу, поступили в первый класс. Мне исполнилось 7 лет, и меня счастливее нет. Посмотрите, что за чудо, первоклассный мой букет. Мы идем в первый класс всей гурьбой веселой. Принимаю школу, нас здравствуй, здравствуй, школа. Алфавит от А до Я выучил до школы я. В школу собирался, вот и постарался. Поскорей звени звонок, мы тебя заждались. Ведь на первый наш урок год мы собирали. У меня букварь в портфеле и тетрадка и дневник. Я теперь на самом деле первоклассный ученик. Ранец, прописи, тетрадки. Все давным-давно в порядке. Я сегодня в первый раз отправляюсь в первый класс. Учащиеся 11 класса – это гордость нашей школы. Это наша надежда. 11-классники, вам слово. Лето отдохнули и немного подросли. И сегодня в нашу школу на линейку мы пришли. Здесь мы словно в очень дружной, понимающей семье. Здравствуй, школа дорогая, мы скучали по тебе. Мы сегодня очень рады встретить всех учителей и хотим опять за парты заниматься поскорей. Но ведь знаем,
это ненадолго, скоро рвение пройдет. Но сегодня день особый, школа нас к себе зовет. 10 лет назад сюда пришли мы первый раз. Быстро шли учебы годы, выпускной теперь мы класс. Нас печалит расставание, все быстрее с каждым днем. Если разрешат остаться, мы из школы не уйдем. Чуть-чуть грустим, на первоклашек глядя. Ах, если б детство хоть на миг вернуть. Но знаем, что вперед идти нам надо. И знаем, что прекрасен будет путь. Школа, мы о тебе с волнением пишем наши первые стихи. Каждый год приходит пополнение, новые твои ученики. Так позвольте же нам обратиться к тем, кто лишь начинает учиться. Вас, первоклассники, мы поздравляем, отличных успехов в учебе желаем. Пожелаем вам стремительной круговерти школьных дней, интереснейших событий, добрых, преданных друзей. Чтоб домашние задания выполнялись точно в срок, чтобы с радостью и желанием приходили на урок. Чтобы поняли, что главное не оценки, а умение, быстрый ум и сердце доброе, вам удачи и терпения. Дорогие первоклассники, примите подарки от учащихся 11 класса. Покорил весь белый свет, кого повсюду узнают. Скажите, как его зовут? Здравствуйте, ребята! Умненькие и благоразумненькие! Смотрел я на вас из окна и видел, как вы спешите в школу. И решил, пора браться и мне за ум, пора учиться. Дарю сегодня вам, друзья, заветный ключ от двери той, где азбука, любимая моя, всегда дружна будет с тобой. Сегодня школа первый раз, вас поведет дорога знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Для вас учебный школьный год с минуты этой настает. От имени учителей мы пожелаем вам смелей. Дорогой трудной идти и в жизни верный путь найти. Звенит звонок все громче, все слышнее. Какая трель над миром разливается? Ты думаешь, распелся соловей? А вот и нет, уроки начинаются. Внимание! Почетное право дать первый звонок предоставляется выпускнику школы Морозу Юрию и первокласснице Труш Ульяне. Дорогие ученики, желаем вам цвести, расти. Пусть каждый день и каждый час вам новое добудут. Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет. Дорогой учитель, мы желаем, чтобы Новый год учебный был простым и ярким, плодотворным был. Труд твой, труд особый, необыкновенный, скольким ребятишкам новый мир открыл. Пусть вагон терпения, океан удачи ожидают вскоре где-то впереди школьников послушных, пламенной отдачи, радости и счастья и огня в груди. Учителя – профессия от Бога, поэтому повсюду и всегда среди любимых наших педагогов есть самая заметная звезда. Учитель.
раскрывающий таланты, ведущий нас дорогою добра. Вы учите легко и элегантно, и с вами жизнь прекрасна, как игра. Любимый учитель, друг наш и ангел-хранитель, добрых стихов сочинитель, в дальних дорогах просто отец. Любимый внимание! Учитель, вынести флаг Донецкой Народной Республики. Великий Донбасс, честь и гордость народа, богатые недра, леса и поля, наш край трудовой, наша жизнь и свобода, навеки хранимая Богом земля. Спасся республика наша народная, спасся любимый шахтерский Донбасс. Право первыми уйти с линейки предоставляется первоклассникам в сопровождении учеников 11 класса. Прощаемся, а всего лишь говорим до свидания. До новых встреч!